актовом зале районной администрации прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню труда Подмосковья. Заместитель министра культуры Московской области Виктория Акимова приехала в Одинцово, чтобы поздравить с праздником всех собравшихся. Ветеранов труда, успешные рабочие коллективы и представителей трудовых династий. Все, что люди делают в культуре, очень трудно измерить. Это вклад в завтрашний день, результат воспитания наших детей и сохранение традиций для наших поколений. Пусть каждому из вас приносит счастье и удовольствие работа и ваш бесценный вклад в наше будущее. Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина отметила, чествование тружеников Одинцовского района уже хорошая традиция. Так хочется, чтобы плодом нашего с вами труда было благополучие нашего города, наших поселений. И, конечно, добрые перемены коснулись каждого. Здоровья вам, мира над головой. Лучших работников предприятий, муниципалитета, представителей общественных организаций и предпринимателей наградили благодарностями от губернатора Подмосковья, почетными знаками Московской областной думы за труды, а также грамотами главы Одинцовского района. В этом зале присутствуют люди, которые каждый день делают гораздо больше, чем предписывает простая должностная инструкция. И гораздо больше, чем это порой кажется возможным. Низкий вам за это поклон, слова искренней признательности от главы Одинцовского района Андрея Робертовича Иванова. Были отмечены почетными наградами и трудовые династии. Одна из них – семья Поляковых. Ее общий стаж работы в системе образования более 90 лет. Завершился праздник концертом с участием Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра под руководством Андрея Балина и музыкальной группы «Пятеро». Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».